Всем привет, друзья мои! С вами я, Светлана Та. И по многочисленным просьбам моих подписчиц, сегодня вместе с вами я проведу йогу занятие. Приступаем. Садимся поудобнее, расслабляемся. Открываем окошки, но я закрыла, потому что, чтобы шум лишний вам не мешал. И начинаем расслабляться. Занятие проводит Катя Гуру. Я уже 4-й месяц занимаюсь этой йогой, поэтому я похудела, стройнее и стала гибкой. Ну, а сейчас вы сами все это увидите своими глазами. Ну что, приступаем. Всем нам йога, стройности, похудение, молодости, божественной фигуры. Располагайте поудобнее, после нас с вами йога стройности. Кто еще не был, узнаете. Не переключайтесь, обязательно смотрите всегда болталочки. Итак, начинаем наше занятие. Прикрываем глазки и погружаемся, как всегда, в свои ощущения. Просто почувствуйте, как вы спокойно отстроили свое тело, расправили плечики, ладошка в ладошку, сверху положили левую, макушечка в небо. Прикрываете глазки и сразу начинаете наблюдать за своими ощущениями. Наблюдать за своим телом, чувствовать, что в нем происходит. Выдыхать лишнее, дышать спокойно и с удовольствием. Почувствуйте невероятную свежесть. Почувствуйте, как каждое утро мы с вами делаем не только йогу для тела, но и йогу для души, слушая болталки. Мы с вами каждое утро занимаемся собой, а это и есть любовь к себе. И почувствуйте гордость, почувствуйте такую поддержку самого себя, потому что вы уже сидите на коврике. Улыбнитесь себе, новому дню, и улыбнитесь тому, как каждое утро мы с вами оздоравливаемся, омолаживаем свое тело, стройнеем, и самое главное, все больше, легче просыпаемся и с самого утра заряжаемся легкостью, энергией на весь день. Продолжаем дышать. Почувствуйте, что в теле, где та зона, которую вы сейчас чувствуете. Все внимание на этот участок. И начинаем дышать и просто расслаблять. Выдыхать, наполнять любовь. Чувствуйте, как каждое утро эти 30 минут, как настоящая очистка от всего ненужного, и в то же время наполнение здоровьем, энергией, когда мы с вами каждое утро начинаем слышать себя, чувствовать себя, и все ближе к своей цели быть счастливыми, расслабленными, влюбленными. И делая глубокий вдох, расслабленный выдох, улыбнулись себе, пообещали внимательно каждому упражнению, и как только наши мысли куда-то улетают, просто их ловим и возвращаем здесь и сейчас, в ощущения. И ладони положили на бедра, как всегда, круговые движения. Почувствуйте, как вы зафиксировали корпус, он совершенно не движется. Просто перекатываем голову по кругу с удовольствием, с любовью. И также в другую сторону. Медленно. Губки расслаблены. Снова макушечка в небо. По очереди правое плечико вверх, левое вниз. Проверили, что личико расслаблено, шея тоже. Почувствуйте это расслабление. Где-то у нас расслабление, а где-то напряжение. Губки расслабьте. Остановились на секундочку. И теперь плечики как будто хотим спереди сложить, потом уводим назад, лопаточки сводим.
пожара. Также корпус не двигается, только плечики. Учимся управлять своим телом, чувствовать его. И учимся его напрягать, а потом еще добавлять расслабление. Это настоящий кайф. Отлично, остановились, плечики расслабили, почувствовали. Также оставаясь в этом положении, поменяли положение ног. Другую ножку спереди. Ладони поставили перед собой, опираемся на каждую ладонь и как кошечку. Отталкиваемся ладонями назад, скрупляем позвоночник. Затем как будто хотим коврик себе подвинуть. Раскрываем грудную клеточку. Назад выдох. Вперед вдох. И продолжаем. Для тех, кто подключается чуть позже, сначала сядьте некоторое время, хотя бы минуточку, 30 секунд, просто посидите, почувствуйте себя, настройтесь, и потом уже так осознанно включаетесь. А вообще лучше не опаздывать. Несколько минут решает все. Левую ладонь вставляем на коврики, раскрываемся в правую сторону и уводим ручку назад, насколько получается. Смотрим перед собой, голову назад не запрокидываем. Возвращаемся ладонь в исходное положение. Доброе. И также в другую сторону вытянулись. Прям чувствуем, как ручку назад вводим. Возвращаемся и снова ладонями отталкиваемся назад. Скруглили позвоночник, лопаточками тянемся. Отталкиваемся от коврика каждый бой. Отлично, молодцы, немножко плечики встряхнули, и мы с вами поднимаемся, встаем, вытягиваемся, ножки поставили на стопы, встали, встряхнулись, расправились, и теперь мы с вами поднимаемся на полупальцы, плечики расправили, прям почувствуйте, вытянулись вверх, на полупальчики самый максимальный каблук, как будто у нас, и мы с вами идем вперед до конца по коврику и назад. И все время вытягиваемся вверх, грудная клеточка расправлена. Смотрим перед собой, макушечка в небо. Бедрами не виляем, ножки просто переставляем. Прям чувствуете такие ляшечки, как у, извините, как у коняшки, но все-таки вытянулись вверх. Молодцы. Остановились. Стопы на коврике на ширине таза. Пальчики ног на себя натянули. Подняли максимально от коврика. Держим. Дышим. Продолжаем. Теперь мы с вами идем на пяточках. Также идем вперед до конца. И затем обратно. При этом обратите внимание, не наклоняемся вперед. Расправили плечики. Вперед-назад. Ручки расслаблены, с удовольствием гуляют по парку. Надеюсь, вы слышите, на пяточках. Девочки, я просто советую от всей души. Всем нам важно быть на улице, а лето идеальное время для такого... Ну, я никак на улице не выйду. Кайф, свободу, солнышко, птички. Мои дорогие, надеюсь, вы со мной. Отлично, последний разочек догуляли. До конца идем обратно. Остановились. Снова стопы поставили на коврик на ширине таза. И просто почувствуйте, расслабьте, выдохните. И теперь пальчики под себя. Немножечко так вытянули, так компенсацию передней поверхности стопы. Вытянули. Сейчас пальчики. На пальчики становимся и вытягиваем. Другую ногу. Делаем баланс. На левую стопу расположились, снова вверх сначала вытянулись. Сделаем пост дерева, опора на стопу, плечики расправили, правую стопу поставили на внутреннюю часть левого бедра, колено в сторону, держимся за нее, глазки не бегают и чувствуем. Взгляд вперед. Если у вас опорная левая ножка, как у меня, то мы теперь будем с вами чуть поворачиваться в сторону, именно в левую, в сторону опорной ноги. Именно движение такое не от бедра, а от голеностопа. В сторону, обратно. Помним, если с балансом пока сложновато, мы с вами...
вами от стеночки. Если вы не сможете стоять, можно придерживаться. Чуть-чуть бедро. Небольшая такая амплитуда. И чувствуем, как мы разворачиваемся чуть в сторону и обратно. Насколько можете поворачивать? Отлично. Стоим. Остановились. Ручки за головой в замочек. И в этом положении попробовали ножку оторвать. И в одну сторону. Локоть и колено. Попробуйте найти опору так, чтобы не заваливаться. Еще раз повторюсь, если заваливаетесь, просто встали возле стеночки и вот так вот номинально поставили с другой стороны локоть и все равно устремляем себя. Постепенно привыкаем. Если сложно и не получается, прям влюбляемся в эти моменты, думаем, класс, не получается, супер, значит, скоро получится. Есть к чему стремиться, обожаю это, когда что-то не получается. Отлично. Опустили. О. Ножки, дерево встряхнули. Супер. Дерево, вторую ногу встряхнули. Раз, справились, подвигались. Молодцы. На правую стопу также вытянулись вверх, прям почувствовали. Вытянулись, опора, стопа, держимся стопой за коврик. Вытянуться нужно. Вытягиваемся вверх. И теперь мы с вами левую стопу поставили на внутреннюю часть правого бедра. Плечики расправили, находим баланс. Держим, дышим. И почувствуйте, как из стопы как будто бы прорастают корни в землю. Особенно если вы находитесь на улице, это прям очень интересно. Как будто бы вот прорастают корни. Почувствуйте еще более мощную опору. Отстраиваем себя. И теперь также в правую сторону, если ножка опорная. Небольшая амплитуда. Помним движение. Как корпус поворачиваем. Не колено. На стопы, чуть в сторону. Очень сложное упражнение. Держим баланс. Отлично. Остановились снова по центру. Помним, если заваливаемся, снова встаем. Прям вот с удовольствием. Изучаем себя. Пробуем также ручки за головой. Локти в стороны. И теперь себе от себя. Ножку также поднимаем вверх. Наклончик может быть небольшой, может быть поменьше. Трудно. Самое главное, погрузитесь в ощущения, пробуйте отстроить это положение. Я даже заваливаюсь. Неровный пол, так что это становится еще более интересно. Ножки снова встряхнули. Молодцы. Буги-буги. Также на левой стопе остаемся. Снова также зацепили взглядом. И мы правую ножку загнули. Коленочки рядышком друг с другом. И мы с вами натягиваем. Ручки придерживаем за стопу. И натягиваем вот так. Пяточкой упираемся в ягодицы. Можно двумя ручками натянуть. Прям вот такой чмок мощный. Колено не поднимаем, а остается рядом с другим. Натяжение вы должны почувствовать на этой придерживаем стороне. Придерживаем одноименной ручкой. Левая у нас остается положена на бедро. И здесь пробуем чуть наклониться вперед. Снова подняться вверх. Аккуратненько. И прям почувствуйте вот эти кайф от баланса, когда мы с вами постепенно начинаем нащупывать, отпускаем мысли. Держимся за одну точку. И пробуем. Попробовали задержаться. На колено, если что, не опираемся. Если ручку поставили, то носите на бедра. Вообще, ручку расслабьте, почувствуйте. Возвращаемся. Ножки встряхнули. Прям встряхиваем от стопы до тазобедренного сустава. На правую стопу также расположились, вытянулись вверх, плечики расправили, вперед не наклонились.
ударяемся боком. Плечи расправлены. Помним, относимся к тому, что не получается, прям с удовольствием. Здорово, люблю, значит, надо попробовать. Правую ручку освободили, положили просто возле бедра, на бедро, вот так не опираясь, и также пробуем. Наклоняемся вниз и вверх. Амплитуда также не сильно большая, смотрите по ощущениям, как хочется, как получается. Даже если чуть-чуть получается небольшой наклончик, уже молодцы. Помним, нет хорошо, нет плохо. Школьные оценки закончились. Здесь мы только с вами учимся чувствовать каждое свое тело. Молодцы. И еще разочек. Наклонились и попробуем задержаться. Ручку, если что, правую попробуйте просто повесить расслабленно. И почувствуйте расслабление в руке и такое напряжение, опора в ноге. Какие разные ощущения. И одновременно нам не нужно все тело напрягать в эти моменты. Возвращаемся. Что? Как там? Наш это ребенок. Просто классно. Снова встряхнули. Расправили. Все окей. Молодцы. Левой ножкой мы с вами подшагиваем вперед. Правой ноги смотрят по диагонали. Колено согнули. Согнули так, чтобы вы, когда вот плечики над тазом отстроили, вы видели только большой пальчик ноги. Вот вы видите колено и справа дальше большой пальчик. Ручки перед собой. Ручки прямые. Ладони смотрят друг на друга. И теперь мы с вами наклоняем корпус вперед и при этом еще и в плечиках вытягиваемся вперед. Вот как будто что-то хотим достать. Примерно 45 градусов угол, затем возвращаемся обратно и плечики назад толкаем хорошенечко. И продолжаем вперед, вытягиваемся подальше, назад, к себе ручки прям в плечики натягиваем. Вытягиваемся вперед. Молодцы. И когда возвращаемся, плечики назад. Чувствуем опору. Сегодня после у нас будет йога-караоке. Вчера как вам? Надеюсь, что болталочка про планирование понравилась. Ну, пока не отвечаете, я так отвлечу вас. Держите. Отлично. Снова по центру. Ручки расслабили, почувствовали расслабление. Молодцы. И теперь мы с вами разворачиваемся. В сторону корпус. Стопу поставили теперь параллельно короткому краю коврика. Пяточки также остаются на одной линии. Отстроили себя. Правую ручку вытягиваем вверх по диагонали. Левую также ручка у нас прямая линия в диагонали. И теперь мы с вами вдоль опускаемся, не до самого конца. Поднимаемся. Только корпус.
вытягиваемся вперед из плечиков, хорошо? И снова возвращаемся по центру. Опустили ручки, просто расслабили с удовольствием. Разворачиваем корпус, разворачиваем стопу. Помним, задняя стопа параллельно короткая койка. Ручки вытягиваем по диагонали прямые. Все, мы ножку с вами оставляем в этом положении, внутрь не заваливается. И вдоль нее с внутренней стороны опускаемся вниз. Снова. Упражнения несложные и, можно сказать, простые. Но эффекты есть, если вы будете каждый день. Ладони смотрят на коврик, правый по часовой стрелке. Это упражнение тибетских монахов. По 5 раз. Остановились, чтобы вместе вытянулись, дышим, чувствуем, отпускаем, расслабляемся. После каждого упражнения нужно встать, садимся, расслабиться, отключиться. Каждое упражнение. Встать в позу горки, ножки вместе, вдох-выдох. Третье упражнение. Опускаемся на колени, коленочки поставили на ширине таза, ладони на ягодицы. Только подбородок вниз, выдох. Чуть толкаем под вверх, назад, вниз, выдох. Назад. Еще я люблю вот так задержаться. Вытягиваемся. Крест-накрест. Стопы вместе. Прям чувствуете классную опору. Опору в теле, опору в жизни. Вытянуться и расслабиться. Жиросжигающую энергию. Все ненужное в теле сжигающее.
Стоп нашли не таз. Опускаем таз вниз, макушечка в его выдох. И назад в горку входим. Внизу выдох. Назад вдох. Пять раз. Это упражнение тибетских монахов. Садимся, плечики расправляем, ладошка в ладошку, снова сверху левую положили, прикрыли глазки и почувствуйте приятное ощущение в теле, почувствуйте, как после каждого занятия вот это ощущение, что, боже, тело живое, оно живет, оно счастливо, там внутри все прыгает, о боже, спасибо, королева на нас обратила внимание, президент нашего тела наконец-то нами занимается. Прям почувствуйте вот этот кайф, энергию жизни, энергию желаний, энергию любви к себе просто невероятной. Насладитесь этим и почувствуйте, что день сегодня такой будет более живой, активный. Позвольте себе самые лучшие приятности, эмоции, улыбки. Вот прям наслаждайтесь. И делая глубокий вдох, расслабленный выдох, растираем наши ладони. Собираем всю энергию. Прикрываем ладонями глазки. Прям ощущаем, как через ладони волна легкости, радости. Такая волна исцеления. Наполняет наше тело. Растекается плавно. Глазки открываем, как всегда, поморгали. Наши глазки дорогие. Погладили личико. Вот прям с удовольствием. Боже, люблю, не могу. После этих слов, как себя не любить, моя девочка? Все нужно погладить себя. Пальчиками побегали. Пальчиками побегали. По макушечке постукали. По макушечке. Дурные мысли. На самом деле бывают такие никогда. То баланс стоит, то не стоит. Ну, дурные мысли выбрасывали. Ничего не значит. Помассировали прическу, туда-сюда подвигали, погладили. Моя девочка любимая, люблю, обожаю. Моя девочка любимая, люблю, обожаю. Ну что, сегодня все. Я благодарю вас за компанию. Отличного дня и шикарнейшего настроения. И благодарю, благодарности принимаю. Вот так, друзья мои, проходит. Как у вас состояние? Как настроение? Вот так, друзья мои, проходит мое занятие йоги. И скажите, пожалуйста, как после этого занятия себя не любить? Благодаря Катюше я себя очень полюбила. Упражнения простые. По несколько их нужно сделать, по 5 раз максимум. Но это имеет эффект, если вы будете заниматься каждый день. Я вся взмокла даже. Спасибо за то, что вы смотрели это видео. Надеюсь, вам понравилось. Но это только одно из всех упражнений. Каждый день разные занятия. И после занятия у нас идет болталка на разные темы. Вот сегодня мы будем караоке петь. Так что, мои дорогие, спасибо вам за внимание. Ставьте лайки, пишите комментарии и занимайтесь. А еще лучше, если вы присоединитесь к команду Кати Гуры, которая вас возродит. И вы станете счастливой, самовлюбленной женщиной. И по моей ссылке, если вы зарегистрируетесь, то вы получите со скидкой 30%. Ну все, всего вам хорошего. Пока-пока.